Зажигательные танцы, яркие этнические костюмы и множество почетных гостей из республик России. Так выглядел первый съезд народов Ульяновской области. Татарстан, Мордовия, Чувашия, Армения и Азербайджан. Еврейская автономия. На мероприятие прибыли представители диаспор и общественные деятели. Разница в языках, религиях и мировоззрениях, по мнению участников, не должна помешать дружбу и деловому сотрудничеству. Объединение, поиск путей межнационального общения и сближения, особенно тех народов, которые проживают на отдельных территориях, в том числе Ульяновской области. Ульяновская область – регион многонациональный. Чтобы сплотить и соединить народы, в регионе ежегодно проводятся празднично-религиозные мероприятия и образовательно-культурные форумы. Съезд – один из них. В отдельно взятом субъекте невозможно что-то сделать, если нет единой системы на уровне государства. Поэтому мы можем посмотреть, каким образом в нашей стране реализуется национальная политика. Сегодня можно сказать, что у нас все для того, чтобы эффективно создать единую систему реализации, все для этого есть. Есть Федеральное агентство по делам национальности, работает Совет при президенте по межнациональным отношениям, утверждена государственная программа. После концертной программы с участием лучших народных коллективов города гости обсудили уже достигнутые результаты плодотворной национальной политики и поставили новые задачи по укреплению межнационального сотрудничества. Для этого даже подписали соглашение о сотрудничестве с религиозными деятелями между правительством и духовенством. А губернатор Сергей Морозов наградил отличившихся представителей национальных сообществ. Хочу искренне вас всех поблагодарить, потому что сегодня мы впервые проводим съезд народов Ульяновской области, такое своеобразное, если хотите, народное, многонациональное вече. И это говорит о многом. Это говорит прежде всего о единстве. Съезд стал итоговой встречей месячника, посвященного Международному дню родного языка. Подобные национальные вечи гости решили собирать ежегодно. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.